Привет, ребята! Куда идешь? Я очень зубы сломают. Ребят, всем привет! Сейчас идем в поликлинику сдавать кровь. На сегодня обширные планы. Василиса тут рядом. У меня самолет летит! Лучшая игрушка — бумажный самолет. В общем, побежали с нами. Тебя не видно, ты сюда идешь? Ты что, Майкл Джексон? Да. Ты Майкл Джексон? Ты знаешь, да. Кто это такой? Да. Кто это? Я Беседер. Я с прямой дороги. У нас теперь электронная очередь на анализы, поэтому нет народу совсем, вообще нет очереди. Тут надо ввести номер, который выдает врач. Сейчас вот так. Потому что рано. Василисе в поликлинике выдали диплом. Ты покажешь? Дочь, что там написано? Что выдан за хорошее поведение на приеме у врача. Да? Да. Отлично, да? И печать. И еще печать же стоит там. Хорошее выключение. Хорошее. Еще дали кучу раскрасок. Хорошее. Мы из больницы. Все мы сдали. Сейчас пойдем в Альберис, заберем заказ. У нас на спортивный купальник. Сегодня у них окончание года по гимнастике. Мам, я буду хорошо и открытый вести. Урок. Мам, я буду хорошо вести. Хорошо. Она будет хорошо себя вести. Да, я буду хорошо вести. Может, там дракон есть? Его, может, уже надули? А, его еще не надули. Его нету. Еще утро. Еще никто не работает. Да. Ну, приехали мы в Wildberries. Зашли в H&M. Я купила себе мужскую толстовку и блузку. И в Wildberries мы забрали гимнастический купальник для Василисы. Кому интересно, оставлю ссылочку, потому что это уже второй такой, мне вообще устраивает и цена, и качество. Сегодня у нее экзамен в гимнастической школе, надо быть при параде. Наш рынок. Мы идем покупать все. Посмотрим сейчас, что мы купим. Один, а не четыре. Ну давай, съезжай, малыш, пошли. Пошли. И все ноги грязные. Пойдем. Пошли, пошли. Василис. Я вчера купила творожки растишка, которые можно замораживать. Вот первый раз в жизни мы делаем. Сейчас посмотрим, что у нас получится с смешариками. Ну что, получилось мороженое, да? Точно получилось. Ну, пробуй. Вкусное? Ну давай кушай вкусного, приятного аппетита тебе, да, доча? Василиса прям розовая-розовая вся. Розовенькая сегодня, да? Вся розовенькая, как принцесса, да? И косички красивые. Ну пойдем. А мы заколи заколочки? Пошли, все, заколочки нельзя. Едем на гимнастику сегодня. Открытый урок. Сейчас посмотрим, что там они делали целый год. Несет букет своему тренеру, который терпел ее весь год с ее отвратительным поведением. Да, доча? Да, цветочки такие миленькие. Миленькие?
Да, понюхай. Давай, понюхай. Очень вкусно пахнут, да? Кому да. подаришь? Александре. Хорошо. Привет, привет.